Доброе утро и привет из Голландии. Вот, мы пришли обратно на рыбалку. Сегодня хотели попробовать сначала наши старые знакомые места, а потом новые места поищем. Последний раз было удачно. Надеюсь, этот раз тоже. Погода у нас, ветра практически нету, а 3 градуса на улице, уже прохладно стало, поэтому потеплее оделись. А да, кстати, это будет, наверное, наше последнее видео здесь, в Голландии, потому что мы улетаем в Мексику, ну и возьмем удочки с собой. Поэтому, если вам интересно, что мы будем ловить в Мексике, ну и, конечно, здесь, то абонируйте наш канал, чтобы не пропустить. Давайте. А? Сачок надо или? О, классно. О, как он сильный сегодня. Петри, первый судак сегодня у нас. Угу. Сорок четыре сантиметра. Ништяк, отпускай. Ну его отпустим. Отпускай, думаю, больше поймаем. О. Ништяк. Уже покрупнее пошел. О, забок. Все равно. Ништяк. Ой, пока-пока. Спасибо большое. Не будь вообще, да? Да-да-да-да-да-да. Ну, здесь глубоко, да? А, есть. Я. Ага, наконец-то. Так, слабо клюнул. Удивительно, что он вообще еще сел. Ништяк. Ага. Ну, красавчик какой. Опа. Yes. Петри, первый судак мой сегодня. Папа уже два, у меня один. Мне вот это сюда клюнул. А даже как будто пару секунд позже подсек и все равно сидел. Ну, не пару секунд, секунду так.
А? Есть. Прям подводка взял хороший. Не знаю. Еще один классный. Я отпускаю его. Не хочет его отпускать. Ну, еще один красавчик. Прям подводки взял. Ветер утишился, да? Чем больше ровнее идем по течению. Там я тоже хорошо судака под конец поймал. Чуть-чуть дальше туда. Опа, клюнуло. На мой телефон. О, пока-пока. Как Даниэль говорит. И как раз этот баржа проплыл и клюнул. Хорошо взял. Yes. Ништяк. О, классно. Если привлечь, не ставлю, да? Смотри. Как я его обратно под боком зацепил уже.
второй. Так, и у тебя один, да? Странно, почему они так цепляются. О, красавчик какой. Пока-пока. Клюнул пока. Якорь ставил. О, еще один такой красивый судачок. Опа, есть. Хорошенький такой. Классно. Как он его взял. Ай-яй-яй, цепляйся. Эй, не надо откусывать его. Петри. Петри данк. Ну давай, сейчас пойдем. Закидывай еще один раз сейчас, пока баржу прошел. Ну, там у дедушки по сигналу на дороге стоит. Есть. Угу. Как раз сказал же, надо, пока баржи прошел, надо рыбачить. Угу. Баржа прошла. Ох, какой красивый обратно. Юпи. Петри данк. Угу. Пока-пока. 5. Ух ты, как хорошо взял. Это взял, когда я потянул. Слегка начал тянуть, и он его прям схватил так. Самая резкая поклевка пока была такая всех. Угу. Красавчик. Опа! Хорошо. Петри данк. Ох, какой красивый. Приманка. Отпусти ее. Соня не хочет отпускать ее. Из Китая. Тему. Приманка.
Гусаров. Есть. О, хороший. Есть, наконец-то. Ох, как классно. Да. Как он бьется. Ого. Вот это здоровый папа, смотри как. Вот это да. Это самый здоровый. Он как камень. Вот это да. Это, наверное, щука большая. Или судак. Ух ты, вот это соскарь. Вот это да. Ох, нифига себе, вот это монстр! Ты видал, папа, какая-то щука? Да, зачем ты ее поднимал? Я ее не поднимал, она сама выпрыгнула, папа. Ничего себе! Больше метра. Вот это да! Это, блин, он похоже был на крокодила. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Она напугалась, нас увидели. И под водку пошла. Ёлки-палки, вот это бой. Не форсируй. О, не силы много. Вот это да! У меня же трясет все. Хоть тепло стало. Это не то слово, папа. Ну, пошла. Пошла. А вот открыл, я думал, выпрыгнет это. Папа, она совсем с краю. Давай. Сачок не помещается. Ух, какая она сильная. Неужели на сачок не поместится? Ну, сзади возьму, тогда поместится. Опа. Ты думаешь, на камере видно будет выкатывать сейчас это нас? Надеюсь, папа. У меня же все трясет. Вот она пошла. Вот это да, это самая здоровая щука. Это да. Не тяни эту леску сейчас. Я не тяну. У-ху! Боже мой. Вот это да. Это, у меня слов нет, у меня трясет всего.
Ничего себе! Ю-ху! Да. Вот это капитал. Офигеть! И на такую приманку. Посмотри. И отпустил еще. Вот это да. Бо, какая она здоровая. Сейчас я перчатки одену, чтобы с ней сфотографироваться. Вот она. Метр 24. Это монстр. У нее голова как моя. Твоя туда спокойно поместится. Ты открыть можешь? Не смогу, я ее держу. Ну давай. Отпустим ее. Куда? Вон туда. Thank you. Вот так. Поймали щуку на 1.24 м. Прям можно не вериться на приманку, которая 10 сантиметров длиной, которую я купил на тему ради интереса попробовать. Но у нас это в сачок не помещалось. Несколько раз, пока папа ее так аккуратненько не засунул. Или нет в группу? Угу. Опа, есть. О, хорошо так дернул. О, хороший. У-у-у, да. Хорошо дергается. Если надо, будет пешим, скажешь. Ага, да, надо. Сюда хороший. Не щука. Видно. Еще одна. Ух ты! Yes! Два броска подряд. Две щуки. Просто одна раз 10 меньше, чем другая. Папа, возьми перчатки. Давай. Или отцепляй сразу, отпускай ее. Спасибо большое. Покажи-ка ее в камеру. Ну. Ему хороший. Угу. А, пока. А самый крупный из всех суток был. Наверное, да. Опа. О. Он был папа. Теперь вот он, самый крупный. Ах, четко.
кажется. Нет, покрупнее был гораздо. Ой-ой-ой. Ой, на меня запрыгнул. Красавчик какой. А, вон он, отпустил. Ну, там глубоко на тех, в том месте, с кровью. Угу, точно. Ах, красавчик. Ах ты. Идем сюда. Классно. Петри Данк. Как красивый. Кстати, говорят, что в Голландию зашел Волга Цандер. Как они различаются? У него вот этих передних зубов нету. И это... у него 5 полосок. А у нашего судака... от 7 полосок. И вот эти зубы. В Голландии уже несколько штук поймали. Опа, есть. Ну, ништяк. Ну, хороший. Четко. О, красивый какой. Помочь? О, он тебе сопротивляется. Петри. И лодки отпустился. Сорок шесть сантиметров. Есть. О, хороший. Там, в самом далеке взял обратно. Тащить тебе еще надо. Угу. Вот он. Ох, какой ты мой хороший. Ох, yes. Петри Данк. Красавчик. Спасибо.
Есть. О, прям под лодкой взял. Четко так. Угу. Красавчик какой. О, как четко он взял. А, ништяк, Петрей. О, есть. Ништяк. Все равно приятно или нет? Да. Лучше, чем просто думать, что скатит. Угу. Вот он. Вот он, красавец. Цепляйся. Не, цепится он, ты его это. Он полностью взял. Ты его пробил. А, и у меня есть. О, ништяк. Вот так. Два вместе. Ага. Чей больше? Они не цилинги. Не близнецы. Но похоже. Хотя темней даже. Чака. Красавец. Приманка уже вся искосанная, покосанная. Хорошо, что я этот раз 20 штук сразу заказал. Какая глубина? 7. Интересно, вот мы последний раз на то место попали. Это была случайность. Да. Там вы это видели? Где вот мы судаков ловили. Да, хорошенький. Угу. Вот и мой. Ох, вот он. Классно. Хорошо сопротивляется. Угу, уже побольше чуть-чуть, чем другие. Угу. Красавец. Да, они. Че, отпущу его.
Где-то здесь я щука клюнула. Дальше. Дальше? Прям под лодкой взял. Красавчик. Петли банк. Отпускай. Отпускай же ты. Не хочет отпускать приманку. Она же не настоящая. Вот, закончился наш рыбацкий день. Был очень успешный. Папа вон уже сейчас машину будет загонять. Наловили мы это. Много судаков поймали. Поймали огромную щуку размера крокодила. На целый 1,24 м. Это мой личный рекорд. До этого было 1,18 м самая большая. Вот так. Ну, в следующий раз увидимся мы, наверное, здесь. Уже это будет в начале следующего года, где-то в феврале. А так, следующее видео ждите из Мексики, где мы путешествуем, на чем мы будем рыбачить, где рыбачить будем. Чтобы ничего не пропустить, абонируйте наш канал, ставьте лайк. Спасибо. До встречи.